Минутка знаний от доктора Лены Березовской. Многим из вас выставляют так называемую прогестероновую недостаточность или недостаточно длинные фазы только по одному показателю прогестерона в одном цикле, и вас пугает тем, что у вас не будет регулярных циклов, что из-за этого фактически вы не можете забеременеть и выносить беременность. Но на самом деле это чрезвычайно редкий диагноз. Он встречается не больше, чем в 1% женщин. И как раз не при длинных циклах, а обычно при недостаточности прогестерона циклы короткие, меньше 24 дней, потому что вторая фаза короткая, меньше 10 дней. Также уровень прогестерона не измеряется только в одном цикле. На эту тему есть большая статья, которая объясняет детали, когда и как ставить диагноз прогестероновой недостаточности. И также учтите, что при анавуляции нет желтого тела, поэтому о какой прогестероновой недостаточности может идти речь, если нет фактически фазы циклов.